На мажорной ноте завершили свой сезон тверские гребцы. На чемпионате России среди юниоров наши земляки завоевали 9 медалей разного достоинства. Вместе с наградами они привезли и путевки в национальную сборную. Эти соревнования, прошедшие в Краснодаре с 19 по 23 ноября, стали последними в нынешнем сезоне. Из-за коронавируса он получился очень скомканным. Поэтому каждый выход на воду в рамках официального турнира, он на вес золота. В тверской делегации лучшей, как и ожидалось, оказалась Юлия Бабашинская, которая трижды стала чемпионкой. Наравне с ней порадовал каноист Думитру Ротару. В его активе 3 серебра и 1 золото. Причем эта победа была одержана в тяжелых погодных условиях. Там был снег и сильный туман. Представляете, мы стояли и даже не видели, что происходит на финише. Со старта и до самого финиша ему не было равных. И достойно занял уже первое место. В целом делегация Тверской области выступила лучше всех. Ведь наши завоевали 4 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Из 14 спортсменов 9 получили приглашение войти в состав национальной команды для подготовки к следующему сезону. Это каноисты Думитру Ротару, Савелий Сидоров, Антон Денисов и Анна Кириллова. А также байдарочники Юлия Бабашинская, Анастасия Иванова, Эльвира Савинок, Алёна Щелкачёва и Илья Сорокин. Они присоединятся к восьмерке своих земляков, которые уже вошли в сборную. Основной состав – это те ребята, которые будут готовиться и отбираться на Олимпийские игры. Это Илья Первухин, Сергеев Александр, Кузахметов Артем, Иван Дмитриев и Дарья Харченко. Молодежный состав – это Баранников Никита, это Жуков Матвей, это Некрасов Никита. Таким образом, второй год подряд спортсменам предстоит предолимпийский отбор. В уходящем году попасть на игры в Токио им помешал коронавирус. Хочется надеяться, что будущим летом кому-то из тверичан все-таки удастся выйти на главные старты четырехлетия.